Сводку об обстановке на фронте нам сегодня расскажет Петр Бирюков, позывной Аркадич, замкомандира бригады «Призрак». Воюю. Противник лезет. Мы с ним воюем. Потери несем иногда. Сегодня вот маленько было. А маленько потерь не бывает. Всегда много. Перемирие, как бы, такое бумажное. Сколько уже? 4 месяца перемирие, да? Да. Ну вот, за 4 месяца 1:5 размениваемся, как бы цинично не звучало. Сегодня две противника лезли. Получили, мы тоже маленько получили. Так бывает, эта война. В общем и целом интенсивность маленько снизилась, но это, как всегда, ненадолго. Чтобы не писали СМИ еще что-то на позициях противника. Вот сегодня наблюдали флаг правого сектора, флаг со свастикой. Так что эти ребятишки это особо не хотят уходить куда-то, а значит дальше будет рыхлиться. Противника мы как бы флагами не машем на тему потерь противника. Сейчас подтвердится средствами объективного контроля. Ну а про свои вставлять трусоты. Да. Сейчас доктора осмотрят. Будем знать, когда там строить.